полноценный холодильник поставить. Вот. А также есть возможность врезать варочную поверхность двухпоперочную, да, и сделать вытяжку. Кондиционер идет в стандартной комплектации. Здесь также представлено панорамное окно с греющими окнами. Греющие окна — это дополнительная функция. Вот. В стандарте идет оберегающий фибербластиковый пакет. Но здесь как будто бы это вот место для проживания, да, то есть полноценная кухня. А какие вариации могут быть вот на эту тему, если не кухня вот в таком виде? Предложите. Ну, то есть мы говорим, чтобы здесь люди приходили, отдыхали с семьей, либо друзьями, что-то приготовить, что-то положить, как-то, да. Если есть другая задача под коммерцию, можно убрать эту зону и сделать что-то другое. Просто надо предложить. Вот. Если не меняя конструктив, мы можем это все сделать. В стандартной комплектации идет 43-я диагональ, здесь представлена 55-я диагональ. И вся мебель выполнена вообще в пластике. То есть стандартная комплектация мы делаем в пластике. В данный момент здесь представлена двухсторонняя окрас эмали. Новомодный цвет 7024, да, который у нас. Вот, если мы посмотрим. Вот как двухсторонняя окрас. На самом деле, как это все дело марка. Да, то есть надо сразу знать. Стеклянный фартук очень неплохо смотрится, это идет стандартная комплектация. Да. Это оргстекло или стекло? Это опаленное стекло. Опаленное стекло. Вся доска выполнена двумя слоями, да, первый и второй слой. Естественно, это кавказская река, ударение на кавказское. То есть это наша вода. Она терма или просто? Нет, это камерная сушка. Камерная сушка. Это камерная сушка, да. Вот, два слоя. Ну, мы должны понимать, что вот это может быть варьироваться, какие будут доски поуже, пошире, может быть цвет любой попасться, спилу там, ну, если мы обратим внимание, вот доска прям потемнее, потом доски посветлее, то есть мы на это не можем никак повлиять. Это разница в спиле ближе к сердцевине, либо дальше от нее. Вот, также решили сделать динамики здесь поставить чуть-чуть получше, чтобы играли почище. В стандартной комплектации идет обычная морская акустика. Они как бы, вообще задача здесь музыки не устраивать какое-то застолье, да, а все-таки расслабляться, чтобы она играла в фоновом режиме. Вот. А в комплектации идет сразу мультирум, ну, через что мы проигрываем музыку. И всегда закладываем трубку для проведения витой пары, либо оптоволокна, чтобы сюда завести Wi-Fi, ставим розетки сразу по умолчанию, даже мы это с заказчиком не обсуждаем, мы это ставим, делаем, если заказчику необходимо, он сюда заведет Wi-Fi. Не надо, как бы, ну, с какой останутся розетки. Смотрите, мы говорим всем про свайное поле, даем полностью техническое задание по этому свайному полю, но только не говорим, какие должны быть сваи, потому что все-таки должны заниматься специалисты, да. Грунт какой у вас, что там, длина, ширина, глубина, то есть мы даем только конкретно размеры, где указано, где должен выйти электрический провод, какой он должен быть длины, так как он заводится тоже по закладной трубе и сразу в электрический щит, который находится в туалете, он должен выйти вот в этом месте. Вот. Он должен быть обязательно вот такой-то марки, чтобы он был гибкий. Ну, московский регион зачастую почему-то весь на броне сидит. Броню туда не засунуть. Да. Ну, надо было чуть-чуть раньше, чтобы включили уже цвета. То есть, если не радует. Данная баня потребляет дровяной свечу до 10 кВт. Светильники мы даже не берем, потому что панорамная группа, ты имеешь в виду расход. Расход, конечно. Но если мы включим 2 кВт, вот этот сибопакет 0,9 кВт, вот этот по обогрелу. Есть
если есть желание, мы можем сделать с обогревом и со смарт-стеклом. Ну, это дорого стоит, как бы, но возможность такая есть, как в парном помещении. Но единственный минус. Любой смарт-стекло всегда матовое, пока не подается на него напряжение. Как только мы подаем на него напряжение, оно становится прозрачным. Это все через кнопку, через пульт это все делается. Вот эта панорамная группа, я считал, она выходит в районе, только стеклопакета в районе 500 тысяч. Именно чтобы сделать смарт-эффект. Но зато вам здесь не надо никакой занавески. Если вы хотите уединиться, вы включили, у вас здесь просто матовые стекла. Вот так руку выставляем, у вас видно только очертания. Да, отдаляем на там, полметра, вообще ничего не видно. А с этой стороны видно с хорошей? С этой стороны нет. То же самое. Мы просто матовое стекло. Просто как матовое сейчас стекло. Парной. Да, как сейчас парной, либо вот дверь, та, ну, она просто матовая. Парной сейчас. Отключено питание, поэтому...